Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет. Дело в том, что очень длительное время я привык жить в состоянии с нарушением нервной системы. Дрожь в теле, навязчивых мыслей, нетерпимость, плохой сон. От состояния расслабленного я просто-напросто отвык. И так вышло, что под действием лекарств напряжение стало проходить. Мне стало крайне непривычно чувствовать себя по-другому. Нет привязанности к мыслям, состояние сознания как будто бы стало другим. Для меня это состояние стало диким. Я не привык так себя чувствовать. Беспокоит также навязчивые мысли, и я зациклился на своем восприятии. Постоянно стал думать о сознании, что стареет организм, а сознания нет. Подскажите, как избавиться от этого всего? В целом у меня возникло такое ощущение, что вы говорите здесь о своей нереализованности. Вот такое чувство у меня появилось, что вот про нереализованность вы свою говорите, да? Вот эта идея о старости, она вот, на мой взгляд, связана с этим. Что касается мыслей, то это определенные некоторые ваши потребности. Вот определенные некоторые ваши желания, которые принимают форму, ну вот, таких мыслей. Вот. И соответственно, что нужно сделать? Нужно постараться увидеть. Нужно постараться увидеть, что скрывается за этими, ну, мыслями, скажем так. Вот. То есть нужно постараться увидеть, чего вы хотите. Ну, грубо говоря. Грубо. Вот. И в целом, если вот мы как-то говорим о том, что вас беспокоит, то эта тревожность, очевидно, довольно, ну, довольно сильная тревожность. Это страхи, это ну, некоторая такая история, связанная с тем, что вам не особо интересна ваша жизнь. И, соответственно, это нужно исследовать. То есть нужно исследовать это, нужно изучить это и так далее. Вот. То есть по факту, мы здесь говорим о
запросы на психотерапию. Мы тут говорим о том, что вам нужно работать с психологом. Но вы принимаете лекарства, вы принимаете препараты какие-то. Вот, и, соответственно, я бы, наверное, как-то сказал бы, здесь я бы, по крайней мере, сказал, что нужно сначала постараться увидеть, каким образом вы пришли, да, приходите к лечению. Вот. То есть, как вы пришли к этому? К тому, что что вам необходимо лечение. То есть вам кто-то назначал, препараты. Вот, кто-то кто-то вас смотрел, очевидно, и что вам сказали, то есть пойди тот же человек, да, тот же человек, кто назначал. Вам лечение, да, он также должен был направить вас в том числе и на психотерапию. А если этого не произошло, то вот тут нужно уже смотреть на определенные детали этой ситуации. Вот. Как-то так я бы сказал, наверное, сейчас вот, с точки зрения психотерапии. Я думаю, что ваша состояние, да, оно связано с тем, что вы, привыкли контролировать себя, привыкли как-то полагаться, что ли, на больше свой интеллект, да, нежели чем на чувства. И само собой, вот что вам тяжело сейчас, потому что как-то не контролировать, да, или как-то опираться на себя довольно сложно. Вот, я бы даже сказал, что, может быть,
может быть даже страшно. И в этом смысле вам нужна поддержка. Как мне видится, вам нужна поддержка. И действительно помощь в том, чтобы научиться жить и воспринимать себя, может быть, ну, других людей, да, вот немножко иначе. Не так, как вы воспринимаете себя и окружающий мир сейчас. Вот. То есть, ну вот, я думаю, что примерно вот в таком, наверное, ключе. Ну, вам можно ответить с точки зрения, опять же, психологии, да. И легко можно понять вас, легко можно, ну, представить, как вам, например, тяжело, как вам непросто сейчас, вот, особенно если вы, как вы говорите, привыкли жить одним образом. Вот. А сейчас, по сути, сталкиваетесь с необходимостью, ну, как-то по-другому жить. Само собой, это нелегко, это тяжело. Поэтому вам нужна помощь. И, как мне кажется, ваш небольшой текст — это вот как раз запрос на психотерапию. Вот. Такое вот последовательное изучение, исследование себя. Вот. А что касается старения, то, на мой взгляд, здесь история заключается в том, вот, если мы говорим про старение, то, на мой взгляд, история здесь заключается в том, что вы боитесь смерти, и страх смерти — это, конечно, история про потерю смысла. То есть вот сейчас вы не видите, как будто бы, вот, смысла своей жизни. Ну, возможно, опять же, потому что как бы, ну, большую часть вашей жизни составляет именно борьба. Ну, в борьбе как-то не остается места, да, для того, чтобы вот
чему-то стремиться, что-то выбирать, куда-то идти. И само собой вот вас это начинает беспокоить. То есть тут ничего удивительного нет. Так что выбирайте специалиста, вот, который вам понравится, и начинайте работу с этим специалистом. Я думаю, что все проблемы решаемы. На этом все. Всего вам самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.